Что такое Tracer Cloud? Tracer Cloud дает возможность пользователям с легкостью подключаться к своим серверам видеонаблюдения, оперативно получать информацию о состоянии работоспособности системы. Давайте подключим сервер Tracer к Tracer Cloud и посмотрим, как работает Tracer Cloud и каким функционалом обладает. Зайдем на главную страницу Tracer Cloud и пройдем процедуру регистрации. Введем адрес своей электронной почты. На ваш ящик придет пароль администратора для входа в свой аккаунт. Зайдем в свой аккаунт. Для того, чтобы подключить сервер к Tracer Cloud, нам понадобится тикет. Узнать его можно, нажав на кнопку «Добавить устройство». Выберем Tracer. Это тикет. Он необходим для добавления сервера в Tracer. Далее заходим в настройки сервера. Меню «Облако Tracer» и вводим наш логин, адрес электронной почты и тикет. Сервер автоматически подключается к Tracer Cloud. В личном кабинете Tracer Cloud отображаются все подключенные к аккаунту устройства и состояние их систем. Надо сказать, что Tracer — это первая система видеонаблюдения, использующая самодиагностику. Давайте разорвем соединение камеры и сервера. Отключение камеры отобразится в личном кабинете в качестве ошибки. Tracer Cloud сам составит и отправит вам уведомление о неисправности. Временной интервал отправки уведомлений и их форма настраиваются в соответствующем разделе. Стоит заметить, что в случае, если камера по каким-то причинам отключается, а потом опять включается, то именно факт отсутствия соединения с камерой в повседневной работе заметить очень сложно. При использовании Tracer Cloud подобные проблемы исчезают. Также Tracer Cloud отправляет подробные отчеты о состоянии системы. Настроить временные промежутки отправки отчетов и их формы можно в соответствующем разделе. Помимо этого, Tracer Cloud позволяет просматривать живое видео и архив с подключенных серверов и устройств. Для этого необходимо установить плагин. В параметрах аккаунта необходимо поставить галочку «Дерево объектов». Есть возможность отображения серверов на карте. Для того, чтобы подключиться к серверам удаленно с помощью клиента, достаточно в настройках клиента ввести логин и пароль от личного кабинета Tracer Cloud, и все сервера подключатся к вашему клиенту. В любой точке земного шара, где бы вы ни находились, никаких сложных настроек или статичных IP не требуется. Tracer Cloud, помимо прочего, сохраняет бэкап настроек систем видеонаблюдения в облаке, и восстановить их можно напрямую из облака. А еще к Tracer Cloud можно подключить Non-PC видеорегистратор Lancer. Сделать это можно в личном кабинете, нажав на кнопку «Добавить устройство», выбрав Lancer, и просто заполнить предлагаемые поля.